Нынешняя популярность камина связана не с приготовлением пищи и не с обогревом дома, как это было раньше. Есть в нем что-то такое, что греет не только тело, но и душу. Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. На этой неделе мы расскажем о каминах и на что обратить внимание при их выборе. Как вписать камин и обеспечить его безопасную работу? Есть ли ограничения по установке каминов? В частном доме нет. Вы можете спокойно установить дровяной камин, используя при этом строительные нормы и пожарную безопасность. А вот в квартире, конечно, есть ограничения. Здесь можно применять только биокамины или электрические. Тут все очевидно. Для газового или дровяного камина требуется наличие дымохода. В частной квартире согласовать такое решение вряд ли удастся. Выбирая вариант для квартиры, стоит помнить, что здесь камин не отопительный прибор, а скорее декоративная конструкция. Но биокамин имеет открытое пламя, поэтому, используя его, стоит соблюдать меры пожарной безопасности. Где расположить камин? Прежде всего, стоит помнить, что камин – это композиционный центр интерьера. Дровяной камин размещается возле дымохода, тот, в свою очередь, проектируется максимально близко к коньку кровли, а вот био- или электроварианты можно проектировать где захочется. Но не забывайте, они должны притягивать как ваш взор, так и взор ваших гостей.